Привет всем! Как и обещал, вторая серия не заставила вас долго ждать. Ну что ж, приступим, начнем. Я так и не разобрался, что такое новый предмет Альфа, поэтому начнем игру так. Чаще сохраняйтесь, невозможно предсказать, когда вы попадете в переделку. Окей. Угу. Скорее всего, у нас будет еще одни моменты. Будут еще одни моменты из трейлеров. А именно. Перестрелки ночью. Круто организовано, все очень круто. Так. Отлично пойдет, чтобы скрыть звук выстрела. Конечно, отлично. Сейчас мы тебя немножко убьем. Отлично. Ух ты, так и остался. Обыщем тебя. ТНМК. Шум. В этом месте лучше достать бинокль. Согласен. Раз. Два. Три. Четыре. Где еще? Если честно, я больше никого не вижу, хотя и написано, что их 7. Очень странно. Очень странно. Давайте пока этих четырех перестреляем. Опоздал. Не опоздал. Ладно, присядем. Раз, два, три, четыре. Так. Сжатое время. Первый пошел. Минус один. Минус второй. Уф, очень больно. Выстрел в печень. Знаете, действительно, я не понимаю, где еще люди. Ну, вот я вижу, да, есть. А где еще? Ой, это было больно. Давайте погуляем. Велород достанем. Враги обнаружат вас по звукам. Ага. Ага. Угу. 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 Кого? Никого. Готов. Нужно обыскать этот труп. Обыщем, в чем проблема.
Генерал-майор Кох, по вашему приказу я приложил карту офицерской значений в Габеруне. Я надеюсь, что она пригодится вам и генералу Валену, капитан Сальваторе. Заполучите разведданные о базе. Ну ок. Тут ничего. Знаете что, давайте-ка поднимемся туда. Он что там спит наверху? Значит, разбудим. Обыщем тебя. Ничего не найдено. В смысле, ты ж только что обронил что-то. Вот так всегда. Ну. Игральные карты. Так. Б, значит, бинокль. Ничего не вижу. Ладно. Идемте гулять. Сюда можно пройти? Или... Ага. Сюда не нужно идти. Ну ладно, пойдем сюда. Застал врасплох. Ничего. Ничего, никого. Странно. Ах ты, зараза. Странно, что сам застрелился. Ой, ой, ой.
Schule getroffen. Что тебе не нравится? Все норм. Иди сюда, солнце. Ну, куда ты? Ой, не попал. Повернись, открой свое личико, Гюльчатай. А, передумал меня искать. Вот молодец. Поищем. Ой. Ну, а у тебя ничего нет, да? Ладно. Нужно поставить ловушку, чтобы прикрыть спину. Vorsicht! Er ist hier irgendwo! Ладно. Не сильно-то и хотелось. Непутевый. Засекли. Irgendwo sein.
Странно, стрелял-стрелял, в итоге меня не нашел никто. Я могу забрать? Могу. Оп. Правильно. Разбрасываться нехорошо. Офицеры внимательнее, ребята. Вот это прыжок. Еще один мега прыжок. А как это я тебя не заметил? Пора уходить. Там очень плохо. Weitersuchen. Тебя мы тоже организуем. Он бегает. Ох, долгая эта миссия будет, я чувствую.
место, это было непонятно немножко. Что крепостей Вольтера уедет, проверю другие укрепления. Каждый раз, когда я вижу его, мы несем очередные потери во имя дурацких приказов из Берлина. Эх, я думал, это по мне стреляют. Все чисто, да не чисто. Где же эти товарищи? Так, идем дальше. Спрятать трупы. Непонятно, меня ищут или нет.
туда забраться. Плохо, что на миниатюре не отображается карта. Было бы вообще замечательно. Нужно убрать оператора прожектора. Ух ты, мне повезло. Их убирать, перестрелять еще надо всех. Нежданчик. Попал. Ты кто? Куда ты взялся? Бедные его легкие.
Ой. Не той нажал кнопка. Что значит призрак? Меня смущает этот значок призрака. Ладно, засиделся я тут. Пойду я постреляю. Разблокируем деталь оружия. Ух ты. Это круто. Фоновая музыка. Это плохо. Очень плохо. Ну, позицию сменили. Все чисто. Я знаю. Я молодец. Надо заново отметить врагов. Меня опять засекли, повысили в звании. Сейчас убежим, перепрячемся. Оп, ой, зачем я лег? Так, ну что ж, дорогие зрители, на этом я, наверное, закончу данную серию. Ну, сохранюсь, естественно, и закончу. Теперь, что требуется от вас? От вас требуется больше лайков. Чем больше лайков, тем быстрее выйдет новая серия. Ну, естественно, подписывайтесь на наш канал и проходите Снайпер Элит 3 вместе с нами. Всего хорошего!